В Казахстане набирает обороты вакцинация населения к сегодняшнему дню. Первой дозы вакцины «Спутник Ви» привило свыше 384 тысяч казахстанцев. Оба компонента прививки получили более 106 тысяч человек. К слову, дополнительные передвижные прививочные пункты разворачиваются активно по всей стране. К примеру, в столице уже второй день такой пункт действует в одном из крупных торгово-развлекательных центров города. За это время там иммунизировали свыше 300 жителей города. Мы начали работать со вчерашнего дня официально для населения. Массово проводим вакцинацию. Вообще мы открыли центр в субботу прошлой недели и проводили вакцинацию сотрудникам ТРЦ. За субботу-воскресенье было привито порядка 25% сотрудников. С 10 утра до 10 вечера будет осуществляться прием граждан. Сейчас у нас развернуто два кабинета приема терапевта, два кабинета процедурных, где принимают врачи. В процедурном кабинете у нас задействует в каждом процедурном кабинете по две медсестры и в каждом кабинете приема врача по два терапевта. Работаем в две смены, соответственно, за день здесь проходит 4 врача и 8 медсестер, плюс 4 регистратора. Стоит отметить, что иммунизация населения в Казахстане проводится в два этапа. После получения первого, второй компонент вакцины пациент получает только через 3 недели. Перед самой процедурой пациента тщательно осматривают врачи. Помогаем заполнять анкетки, направляем, куда идти дальше, что делать. У нас идет по живой очереди, люди становятся в очередь, берут талончик, проходят, заполняют анкетки, потом проходят регистрацию. Дальше идут к терапевту, терапевт осматривает давление, температуру. Затем, если нет никаких противопоказаний, уже идут на вакцинацию. После вакцинации еще полчаса мы за ними наблюдаем, за их состоянием. Потом уже отпускаем домой. Получить вакцину может любой желающий, без записи, либо направления участкового. После иммунизации пациент получает специальный электронный паспорт. Он позволит в дальнейшем свободно передвигаться и путешествовать, без необходимости сдавать тест на КВИ. У меня работа связана с поездками. Утром решил прививиться добровольно, обезопасить в первую очередь свою семью, так как семья важнее всего. Вот решил начать сам. Собираюсь завтра своих семейных принести жену, дочку привести, чтобы они тоже прививились, чтобы быть здоровыми, чтобы беречь своих и своих близких. Чувствую себя пока хорошо. Первое у меня сегодня, первый этап вакцинирования. Прошло на высшем уровне. По данным экспертов, анализ на определение поствакцинальных антител сдается на 42-й день после введения первой дозы вакцины, то есть через 6 недель.